Кандидаты в губернаторы Красноярского края сегодня подали документы на регистрацию в избирком. Временно исполняющего обязанности главы региона Александра Уса ранее выдвинула в качестве своего представителя партия «Единая Россия». Сегодня вместе с ним в избирком пришли трое кандидатов на должность членов Совета Федерации. Это нынешний председатель Комитета Верхней Палаты Парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и советник губернатора края Любовь Елизарьева. Александр Ус предоставил избиркому листы поддержки кандидата с 312 подписями депутатов, глав городов и районов края. Всего в избирательное объединение поступило около 2000 подписей депутатов разных уровней, которые выразили поддержку претенденту на пост главы региона. Собственно, избирательной кампании у меня нет и, скорее всего, не будет. У меня большой избирательный цикл, почти год, и я должен был доказывать свою готовность исполнять обязанности губернатора, ну, своими реальными, что называется, делами. Свои документы на регистрацию предоставили и три других кандидата, заявившие о желании баллотироваться. Это выдвиженец от ЛДПР Егор Бондаренко, Иван Серебряков от «Патриотов России» и кандидат «Справедливой России» Александр Лымпио. По краевому законодательству все претенденты на пост главы региона должны собрать подписи в свою поддержку не менее чем 298 депутатов или глав населенных пунктов края. Причем поддержать кандидата должны не меньше чем в 46 городах и районах. После подачи документов у избиркома есть до 10 дней на их проверку и принятие решения о регистрации. Выборы губернатора пройдут 9 сентября. Не факт, что всем получится пройти муниципальный фильтр. Мне кажется, нужно больше обращать внимание на содержательную сторону этой кампании, потому что, безусловно, время выборов – это всегда возможность обсудить пути развития края.